Ну вот, в начале видео вы просмотрели краткое содержание, краткий документальный фильм, публицистический фильм, зарисовку, как все это происходило. Вот, поэтому сейчас вы видите на своем экране замечательный завтрак из японского омлета, который вот так вот выглядит. Очень красиво. Мы его подали тут с зеленью, с огурчиками, с помидорчиками и креветками. Вот. И наконец-то пришло время для того, чтобы использовать подарок от Лоры. От Лоры, который мне послала уже очень давно. Вот такой китайский набор. Палочки, спасибо тебе большое. Наконец-таки, потому что все никак не, ну, не будешь это макароны там, я не знаю, котлету есть палочками. Вот. Ну, такие вот чашечки деревянные тоже и тарелочки. Ну, и там еще есть. Ну, в общем, так скажем, спасибо большое. Вот Павлик тоже ими кушает. Я сел, потому что все-таки японская традиционная китайская еда, паназиатская, кушается, конечно же, палочками. Непривычно в том, что они такие, знаете, лакированные, но как мы их будем, с помощью их буду я есть, сами увидите. Вот. Всем приятного аппетита. Кто совершенно случайно зашел на мой канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, напишите ваш комментарий, сделайте репост в любые социальные сети. Слюни, бляха, муха текут. Невозможно, потому что время обеда мы еще даже не завтракали. Вот. И, конечно же, расскажите о моем канале вашим друзьям, хороший или плохой. Черный пиар — это тоже пиар. Все мы кушаем. Павлик, я и Люся пришла, тут хрустит. В общем, ну, креветки креветками. Знаете, по поводу этого блюда, китайского вот этого омлета, рулетами, что я хочу сказать. Во-первых, я, конечно, на его, когда первый раз готовил, нужно к нему, как сказать, приловчиться, привостриться, чтобы его заворачивать. По сути дела, ничего сложного нет. Почему? Потому что тут, так скажем, нужно знать вашу сковородку и ваш температурный режим самой плиты. Самое главное, его нельзя полностью зажаривать. То есть снизу образуется такая легкая корочка, а со стороны наружной, получается, да, лицевой стороны, должно оставаться такое, знаете, легкое-легкое альдента, оно такое, вы знаете, должно быть. Для чего? Для того, что если вы, допустим, этот омлет передержите, он у вас будет совсем сухой, так скажем, готовое яйцо, то тогда, когда вы его свернете, что со мной произошло первый раз, он не будет держать форму. То есть, видите, сейчас он держит форму. А если вы не будете, то есть передержите, то вот эти все, так скажем, весь рулетик, он просто, ну, будет рассыпаться. Поэтому тут нужно быть, ну, приловчиться, так скажем. Но он стоит того, чтобы заморозить. Да, он стоит, чтобы заморочиться. Тот, кто любит японскую, китайскую еду, тот, кто любит суши с омлетом, вот прямо вот. Да, блин, в принципе, это вообще всем вкусно будет, потому что здесь ничего нет. Единственное, что здесь, конечно, 3 яйца на каждого, но если это считаете, что это обед, 3 яйца, 50 грамм молока — это 25 грамм, кукурузного крахмала, конечно, при ПП нельзя, но 15 грамм, я использовал 15 грамм кукурузного крахмала, это получается на каждого человека по 7,5 грамм, ну, то есть, ну, это вообще ни о чем. Поэтому можно смело, особенно если первая половина дня. Ну, яйцо вообще нам сказали, конечно, что в нем очень много, говорят, холестерина, но нам сказали, что нам можно есть яйцо, ну, не по 15 штук за день, но, допустим, сейчас я мог бы утром съесть 2 яйца и, например, на обед приготовить вот такой вкусный омлетик. Видите, я его откусил. И вот он держит форму, не распадается. Очень вкусно. Единственное, что на сухую, так скажем, без соевого соуса, кажется, что он недосолен, но все это компенсируется
соевым соусом, то совершенно вообще случайно, опять же, повторюсь, зашел. Хочу повториться, что у меня мукбанг, связанный с ПП питанием, с правильным питанием. Масло использовалось прямо чуть-чуть кунжутного для запаха, потому что не паназиатская кухня, если вы приготовите без, как это называется, без кунжутного масла, конечно, будет тот же самый омлет, но вот именно паназиатская кухня придает вкус, это вот кунжутное масло, имбирь, чеснок. Ну, тут, конечно, имбирь, чеснок не положишь, но вот поэтому и соус терияки, который у меня лежит вот в этой тарелочке. Вот, я его не поставил, да? Терияки. Ну, короче, вот такая же банка Zero. То, что я вам показывал. Где-нибудь оставлю ссылку на это видео, где я рассказывал про ПП, про вот эти все нулевые процентные соусы сладкие, кисло-сладкие, соленые всякие, низкокалорийные соусы, без сахара, без ГМО, без глютена. Кетчуп здесь у меня. Это не реклама, это просто для тех людей, которые сидят на правильном питании. Фирма Zero, Zero, точнее сказать, ноль. Вот, и можете посмотреть, примерно я там рассказываю, сколько это стоит, какие бывают вкусы. И поэтому у меня уже некоторые люди, зрители мои, написали, что спасибо большое. И действительно нашли сайт этой компании и буду делать тоже заказы, выбрали там всякие. Огурец с соевым соусом тоже, знаете, такое сочетание, вот, блин, иногда хочется чего-нибудь такого. Дайкон нарежешь, соевый соус, огурец макаешь, такое ощущение, как будто в японском ресторане. Дешево, но вкусно. Очень вкусно. Не знаю, у меня вот соответствие такое вот сочетание соевого соуса теперь, дайкона, который, кстати, Лора мне тоже тогда говорил, маринованный еще дайкон, очень вкусный, но его очень, очень редко где можно найти. Но прямо вообще бомба. Ну, удобно. Самое удобное, то что не нужно постоянно покупать деревянные палочки, можно постирал, и снова они готовы. Хотел вам показать еще, я не знаю, не помню, блин, правда, показать хлеб. Давайте попробуем соус терияки, ребята. Ну, вкус есть. Вкус есть. Терияки, но... вкус или? Угу. Ну, не просто вкус, а вкус терияки. Да. Знаете, что я забыл, ребята? Сейчас делаю не очень красивую штучку. Не знаю. Ага. Я чувствую его. Соус табаско. Немножко. Чтобы изменить вкус, я его капаю сюда. Вчера, бляха-муха, накапал так, что у меня в зубу дыхание сперло. Видимо, плохо в томатном соке перемешалось. И все, и где-то красный перец стал между небом и землей. Блин, еще подсолить бы надо было. Ну ладно, уже не подтянусь, а то я там без штанов. И без трусиков. Я всегда так завтракаю, обедаю, ужинаю. Снимаю все с себя. Обычно я вообще, если видео не снимаю, так я вообще просто вообще голенький сижу такой перед телевизором. Вот. Вкуснотища. Хлеб. Хотел показать хлеб. Вот так выглядит кусочек хлеба. Как такой, знаете, ржаной. Но вот если на просвет посмотреть, в нем видно вот такой, знаете, что он сделан как будто из отрубей. Хлеб достаточно вкусный. Очень. По запаху, ну, немножко напоминает такой, знаете, вкус отрубей. Но, так скажем, если положить, например, сюда кусочек помидорки, какой-нибудь сырок, то будет вообще просто офигительно. Мы положим сюда зеленушечку. М-м-м.
Вот такой хлеб. Блин, плохо видно, наверное. Вот. Вкус вил. Житный цельнозерновой хлеб без муки. Значит, здесь хранится очень мало, всего 4 суток. Белков 11,8, жиров 1,4, углеводов 45, пищевая ценность, пищевые волокна 1,6, энергетическая ценность 244 килокалорий на 100 грамм. В пачке здесь всего, блин, что-то мы с тобой тогда рассчитывали, что-то очень прям мало получается. 400 грамм, по-моему. 9 кусочков было. Блин, где-то вес был. Вес 300 грамм. Вес 300 грамм. Вот здесь можно, короче, съесть целую, вот в эту сесть просто с молоком, закусить, простите, прощения, вот эту буханку всю, и быть довольным. Получить всего 300, 200, ну, если с молоком, то получится 300 килокалорий. Да с чего это? Нет, это правильно. 2жды 3, 3жды 2, сколько это? 600. Ну 600. 600 пусть будет. Без одного кусочка хлеба. И будешь ты счастлив. Я что хотел сделать-то? Мне, знаете, было такое желание. Хлеб. Кетчуп. Бляха-муха, сейчас будет пипец. Смотрите, еще не вылазит, как будто натуральный, настоящий кетчуп. Потому что он, конечно, тоже натуральный. Смотрите, кетчуп пошел. Пошло дело в кетчуп. В кетчуп. Все в кетчупе теперь. Все в кетчупе. Теперь пошло дело. Например, зеленушечка и огуречек. Нет. Помидорка. Зеленушечка. Тут у меня котлетка еще с того раза оставалась. Как это называется? Она из говядины. Это не котлетка. Ну, в общем, стейк, хуй, простишь, простите, господи, не помню, как называется. И вот такой бутербродик. Ну, я просто сейчас... Балдеж? Угу. Балдеж, девочки. Да, сосиску? Во. Прямо готовила, хотела это съесть. Очень вкусно. Пока опять с вами трещал, Паша уже все умел. Ну, умел, значит, все вкусно. Потому что я его знаю, если он начинает ковыряться, недоедать, значит, что-то пошло не так в этот день. Бляха-муха. Все-таки палочками я не умею. А с соевым соусом, мне кажется, самая бомба. Да, соевый соус Хайнц мне очень понравился. Это Хайнц? А, Хайнц. Сладкий, который, там надо посчитать. Есть там сахар или нет? Ну, Хайнц, он такой больше сладковатый, как ты показывал в влогах. Показывал в мукбанках. Да, этот Финкрипс. Крипс. Пачка не очень, конечно, презентабельно выглядит. Ну, ее так отредактирую. И вот такие чипсы еще. Ой, не чипсы, а хлебцы. Они есть вот такие круглые. Вот такие. И есть такие, как обыкновенные хлебцы. Конечно, очень большая... как называется, ошибочно, так скажем, многие думают, что в этих можно жрать эти сухари и ничего там не поправишься. Нет, ребята, там тоже есть калории, поэтому нужно обязательно рассчитать, сколько вы штучек можете съесть в обед или на ужин или на завтрак. Mm-hmm.
Кстати, знаете, что еще тут недавно? Смотрим китайскую. Блин, так страшно с этим коронавирусом. Как вы относитесь к коронавирусу? Положительно? Или отрицательно? Короче, фишка в том, что сейчас договорю сначала то, а потом другое. Короче, что наши российские эти ученые нашим пришли вот этот, значит, коронавирус этот, или как он называется. Ну, сам вирус. И наши изобрели якобы уже какое-то лекарство от коронавируса. Первые там какие-то исследования уже в Китае показали, что вроде бы да, он там останавливается. Что даже написали, что с каких температурах при, по-моему, плюс 4 нужно хранить этот, как это называется? Препарат. Не препарат, но вот эту эмульсию, не знаю. Ну, в общем, препарат, который спасает именно от коронавируса. Будем надеяться, что в скором времени все-таки что-то наши всемирные ученые изобретут. Но, по-моему, препараты именно от или от свиного или птичьего гриппа наши ученые тоже изобрели. Отправили потом в Китай. Ой, в Японию, куда они там? В Китай, да, по-моему? В Китай. В общем, хоть бы где, но только не у нас. Вот, и мы смотрим эту китайскую, что я хотел сказать, китайку или японку, или вьетнамку. Я же говорил о влогах. Она готовит козьи глаза, свиные копыта, куриные ноги. И потом они, значит, все это едят. Такой небольшой влог у нее там примерно по 10 минут. Если не забуду, оставлю ссылку под видео. Вы если что, напишите, я вам скину. Двух мы смотрим. И, короче, сейчас фишка-то. Я думал, что они вот так вот палочками все едят. И едят. Оказывается, что они тоже делают по-умному. Не всегда, видимо, палочками что-то можно взять. И они просто, так скажем, вот так вот втыкают. И там переносят что-то с одной тарелки в другую. Я-то думаю, что они все вот так вот уберут. Думаю, как так тяжело, не берется, как... Оказывается, они вот этим способом, типа как вилкой. Ребята, песня. Погода ужасная просто в Москве. Я сегодня с мамой разговаривал по телефону. Я говорю, слушай, у меня уже который год идея фикс. Просто в календаре, например, ставить плюсик или минус. Плюс это когда солнечный день. Плюс-минус это когда, например, пасмурно. Или переменная облачность, так скажем. Или было пасмурно, потом прояснило. И минус это то, что когда пасмурно. Или два минуса, когда вообще пипец. Как сегодня. Просто такая темень. Что ночь, что день. Я вот не могу с ноября месяца по февраль. Сейчас февраль идет, да. Что я не могу просто вспомнить какой-то день прямо, чтобы вот неделю стояло солнце. Вот один день из двух, один день из двух недель, правильно сказал? Один день из двух недель бывает солнце. В лучшем случае. Иногда этого солнца просто вообще не бывает. Я не знаю, как у вас в регионе, напишите, как у вас зима протекает. Ну просто все хвалятся, все говорили, что Петербург это вот такой вот хмурый город, а на самом деле что-то в Москве произошло с погодой, потому что что лето, говорят, плохое было. Но вот это еще было, которое 19, еще более-менее было. Вот позапрошлое лето, это было вообще пипец. В 18 году, потому что я помню, был день рождения. И вот как дождь пошел, июнь, май, июнь, июль. И у меня 11 июля день рождения, солнце вышло. 11 июля, как я сейчас помню, просто вообще все это парешь такой. Но был солнечный день. 12 июля снова дождь и пипец. И потом уже только, по-моему, когда мы в Крым поехали, что-то где-то как-то погодка разыгралась.
В том году вот мы уехали, и нам здесь, когда мы были в Крыму, люди просто, говорят, мерзли, ходили в куртках в Москве, и, ну, явно, что в Московской области очень ужасная погода была. Ну, когда мы приехали, действительно было прохладно, но, так скажем, потом, мне кажется, погода более-менее как-то уже в августе наладилась. Ну, в августе, во второй половине августа. Ну, и потом вот эта оттепель началась какая-то непонятная, то ли зима, то ли не зима, то ли осень, то ли не осень. Но мне, кстати, нравится такая погода. Единственное, что когда... Знаете, почему нравится? Потому что Собянин не успевает поливать вот этой жижей. Почему говорю Собянин? Потому что с его руководства уже все это делается. Мне не нравится, когда вот этой жижей поливают. Конечно, это, наверное, в целях безопасности, но не тогда, когда на улице выпал какой-нибудь снежок, вот прямо только-только, причем на улице там плюсовая температура, и это жижи просто, и сухой вот этой кристаллами этими. И эти машины едут, божьи коровки так называемые, прямо льют как из душа, прямо везде, где только можно. Это все просто стекает лужами, вся эта жижа. Ну, понятно, что нужно приходовать эти все деньги, но самое, по-моему... Фееричная история в Москве. Вот я видел как-то ролик в Инстаграме у кого-то. Когда ходят трактора, вот эти уборочные машины, якобы убирают снег. Подметают. Эти штуки сами не работают. Они просто ездят по дворам, как будто бы что-то они делают. Неужели у нас настолько тупые, как это называется, ну, вышестоящие органы, там, да, кто это заказывает, муниципалитет и все остальное, что они не понимают, что машины-то не работают. Неужели никто из работников, из администрации Москвы или еще где-то, они не понимают, что, бляха-муха, едет трактор, он просто ничего не убирает. Раз, второй, третий, просто он едет. Просто потому, что у него работает GPRS, ему нужно по району проезжаться и показывать, что он якобы работает. Ну, или это вторая моя догадка, что это просто, так скажем, уже какой-то... Ой... Все об этом все знают. Заговор, да, заговор, что все об этом все знают, и просто, так скажем, закрыв глаза. Все это работает. Все это работает, вроде бы. Отчеты идут. Деньги заплачены, уплачены. Отмыв денег идет. Ужасно. Какой вкусный завтрак. Ребята, если честно, я Пашке говорю, слушай, у нас по калориям мало получается, потому что мы не успели позавтракать. Это у нас только завтрак, обед, время, час дня. Сели есть. Пока проболтали с родителями, пока туда-сюда. Я говорю, ну, наверное, это у нас получится уже не точно, явно не завтрак, уже получится обед. Я приготовил котлету, вот эту, которую оставался, говяжья. Ой, блин, господи. Не достать, как специально. Ну, вот это для бургеров. Сделано еще когда-то была на... гриле. На гриле. Оставалось, и мне так была мечта, как я сейчас съел, чтобы вот хлебушек, видите, приготовил. Ну, вот то, что я отщипнул. Котлетку положить, кетчуп, вот как я съел. Я думал, что я сейчас сожру, потому что есть хотелось неимоверно. Ну, я думал, что я вот этой фигней нифига на ней не наемся. Русский язык, да, богатый, фигню, эту фигню, фигню не наемся. Но оказалось, ребята, очень, очень даже наелся. Угу. Ой, коктейль мало поперчил. Или хорошо размешал. Ой. В общем, Лорик, спасибо тебе большое за подарки. Мы их обмыли. Спустя практически, наверное, 2 месяца. Но жду, когда ты откроешь наш подарок, нашу посылку. Вообще, жива она там, здорова. Доехала или нет, хотя бы это интересует. Будем ждать с нетерпением. Ну, а всем вам, кто меня смотрит, тоже могу с вами обмениваться посылками, подарками. Поэтому, если кто-то хочет мне что-то
отправить, пишите в социальных сетях, добавляйтесь ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, везде, где я есть, мы можем друг другу послать такие сюрпризы, небольшие подарочки. И, как обычно, под конец мукбанка скажу, что читайте правильные книги, слушайте правильную музыку, смотрите правильные фильмы и мультфильмы, и, может быть, тогда наше с вами общество изменится, и мы с вами познаем, как избавиться от самых тяжелых заболеваний. Может быть, наши будущие дети придумают вакцину от СПИДа, придумают вакцину от рака, придумают вакцину от сахарных диабетов и так далее, от таких самых сложных заболеваний. Я вас всех люблю, целую, с надеждой на будущее. Ваш Олег Николаев.